видно. Вот такие вот куры, батя ее обсмаливает. Желтая-желтая. Чайник, конечно, люксовый, крафтовый. Вот такие дела. Всем доброго времени суток. Вот это шаурма, короче. Вот такие у нас помидорчики, зелень, чесночок молодой, лучок. Вот такие помидоры. Как они, бычье сердце или что-то называется? Да. Взял шаурмы на четверых, будем сейчас точить. Все, ты уже начал. Угу. Бери, доешь. Она прям на мангале, на углях. Угу. Такая здоровенная, глядь. 180 рублей. Вот такая вот. Нифига себе. Всем приятного аппетита. Свежая прям. Так. Лаваш такой поджарился, аж весь посыпался. Пережаренный. Нормально. Я люблю такой. Чтобы прям вот с корочкой. Люди пишут, тебе надо мягкую пищу заказывать, мягкую еду. Mm. Вот если только манку, хорошо манную. Шаурма. Батя тоже хочет шаурму. Как они ее сделают мягкую? Помидорчик. Помыть надо. Да. Чего его мыть? Взял вот так вот салфетку. Протер. Я раньше, когда лазил по огородам, воровал по огородам. Ну, тогда не равняй то время и сейчас. А что сейчас, помидоры другие, да? Точно, сейчас травы. Те же самые, вкусные. Точные. Во, вот это ништяк. Надо вот так сделать. Солюшки русской. Ну да. Во. Прям что-то дофига насолил. Курица тоже на углях сделано мясо. Шаурма. Довольно-таки неплохо, да? Mm-hmm. За 180 рублей такая. Помидор вообще бомба. Честно говоря. Зелень буду подъедать. И укроп такой прям настоящий здесь. Вот зелень здесь прям настоящая, это вкусно, ароматно. В Москве она как пластилиновая. Батя сказал, что сварит борщ. Купили курицу желтую. Как их красят, что ли? Чего они такие желтые? Курица.
Они что, добавки эти. В еду, которая? Нет, курей специально нет. Добавка. Они ж не ходят. Какая добавка? Куда ее добавляют? Курам дают это. Корма. Я ж говорю, в еду ты говоришь, нет, специальная добавка. Они вот пока цыплята вот растут, это они сразу вот растут и расширяются. И вес набрался, например, килограмм. Все, они садят. У них кости не выдерживают ходить. И сидя живут, да? Жир набирают. Их специально так откармливают, да? Ну да. Вот берешь большую, да, или ляжки такие, это, а сваришь, ляжка вот такая. Одна вода? Ну. Так, значит, дело не в форме, просто накачивают. Ну и как? Нет, вот это эти гранулы. Я буду скучать по этой шаурме. Это вообще это шедевр прям какой-то. А там не такая. Вот такой прям на углях. Не знаю, это искать надо. А в том районе, где я, там нет такого. Там электрические печки вот эти. Угу. Вас не разрешают эти на углях. Где не разрешают? На углях. Где вы? У нас? Да. Да почему? Просто так, это, не знаю, проще. На электрической. На фигня вот эта крутится. А там открывается грильница. Он ее просто положил. Практичность. А здесь все по-другому. Даже еда лучше намного. Зачем ты ножом шкрябаешь? По столу. Вон салфетки шьешь. Тебе не жалко стол? Я прям ее что-то аж это. С таким кайфом ее. Я даже не подозревал, что будет такая вкусная. Ну, нормально готовишь. А ты там заказывал шаурму? Никогда не заказывал. А говоришь, нормально готовят. Ну, говорили. Знаешь, кого-то слушать лучше проверить, да? Угу. Ну, с Димкой заказываешь еще? Пиццу там, пирог, здесь-то. А я ж не здесь, я ж там. Хорошая сытная штука. Еще помидор закинул. Ну ты ее долго будешь расправляться с ней, да? Ну, нет. И на вечер еще оставишь, да? Помидор бы тебе тоже. Нет, потом. Потом?
Десна болит. Кусай. Кусай, десна болит. А не отгрызу. Это сухая. Я все наелся. Блин, вообще вот, если бы такую вот шаурму, вот так вот на углях, именно вот такую, в Москве открыть, это вообще капец. У них бы отбоя не было. Фу, вкусно, славно, поточили. Спасибо, накормил. Спасибо. Вкусно, красиво. Вот. Всем спасибо и большой привет.